Первый международный фестиваль анимационного кино «Анимур» открылся в Хабаровске. У зрителей есть возможность увидеть мультфильмы самых разных жанров. Найти для себя что-то интересное может поклонник анимации любого возраста. Все сеансы бесплатные. Репортаж Арины Солдатенковой. Наша съемочная группа находится в кинотеатре «Гигант». Сюда с 11 утра уже пришли хабаровчане на первый фестивальный показ с конкурсными работами. В зале сидят зрители, в зале сидят члены жюри. Очень много работ на конкурс прислали из-за рубежа, поэтому в зале сидит переводчик. Дедушка! Дедуля! Дедушка, ты посмотри, какая луна круглая! «Анимур» – первый международный фестиваль анимационного кино на Дальнем Востоке. На сеанс школьники пришли целыми классами, но поклонников анимации много среди зрителей всех возрастов. Я хожу на мультипликацию и еще сюда буду ходить. Учусь делать мультики. Я в прошлом году была на фестивале анимации от Союзмультфильма, и это было очень хорошо, интересно и качественно. Поэтому, когда появилась информация о каком-то таком местном фестивале больше, тоже было интересно, тем более программа со всего мира, почему бы не сходить, не посмотреть. На конкурс фестиваля прислали больше 1200 анимационных фильмов для детей и взрослой аудитории из 42 стран мира. Комиссия больше месяца отсматривала все работы. Хабаровские зрители смогут увидеть 278 из них. Фестиваль включает, ну, во-первых, конкурсные показы, потому что это конкурсный фестиваль. И здесь будут отбираться лучшее кино, короткометражное и сериальное кино в двух номинациях. Короткометражное, авторское и сериалы. На фестивале представлено более 70 российских, азиатских и мировых премьер. Внеконкурсную программу поделили по тематическим подборкам, конкурсную – по целевой аудитории. У нас есть сеансы 0 плюс 6+, но это не детские мультфильмы. Пусть подростки и взрослые не игнорируют эти сеансы. Это мультфильмы для всех возрастов, которые можно смотреть детям. И будет близко, понятно, интересно. Отсматривать и отбирать лучшие конкурсные работы будет жюри, в том числе международное. Фестиваль проходит в кинотеатрах «Гигант» и «Совкино». Кино – это самый справедливый вид искусства. Вот все на экране. Судья не я, судья – экран. И если хорошее кино, но оно, очевидно, хорошее. Фестиваль организуется в рамках проекта «Анимационный кластер Хабаровского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Хабаровского края. Первый международный фестиваль анимационного кино «Анимур» будет проходить в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября. Посетить конкурсные и внеконкурсные показы любой желающий может совершенно бесплатно. Арина Солдатенкова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».